Да, говорит. Ребят, всем привет, приветики. Где там неудобно. Так. Ребят, всем привет, приветики. У нас благотворительные эфиры начинаются, да, на море ходца. А то все спрашивают, вы когда поедете на море? А когда отправят? И говорю, тогда и поедем. Очень хочется на 5 денечков. Уже пора. Уже все надоел огород, и тут ничего там не делать. У нас музон тут качает. Ой, извините. Давай открыть, тут солнышко светит, не знаю, куда все. А, тут больно низко будет. Давила, мать, давила. Ой, это что у тебя тут, сопли текут, что ли? Это потому что Да, ребят, я что-нибудь придумаю, тут примастырю это. Как его называют? Телефон. Так, надо что-то придумать. Вот так, что ничего не получается. Ох, ох, почти. Ладно, буду держать вот так. Я рулю кручу. Давила ты, давила. Кать, мы что хотели с тобой, что-то хотели рассказать, не? Здрасте, здрасте. Катя в общем красиво у меня с прической. Здрасте, здрасте. Привет, приветики, приветики. Куда едете? Привет, привет, ребят. Мы в Курлово приехали к зубному врачу. Дочь привезли, ага. 2 дня мучается. Привет. А тут только до обеда принимает. Быстрее, быстрее. Помахай, опа. Мамке привет будешь передавать? Соскучилась по мамке-то, да? Да навряд ли, да? Соскучилась. Тут свобода действия. Привет, мои хорошие. Катюша, Костя, куда помчались? Привет, приветики. Аксения, приветики. Да, вот, говорю, мы в больницу приехали. В больничку. Приветики. Добрый день, привет. Ага. Здрасте, здрасте. Я из Грузии. Привет, Ирина из Грузии. Привет, привет. Вот я слышал тебя. Песню отправлю, окей. Спасибо, золотая. Здрасте, здрасте. Я знаю, что вы поможете, мои хорошие. Ага. Давила ты, давила. Привет, дорогие, привет. Доброе утро, Катюша, Костя. Привет, приветики. Мы вчера ездили это в Гусь. А мы что ездили, Катя? Зачем? Машку мы возили. Да Машка это просто. В парикмахерскую. Да, в парикмахерскую записались, ездили. Сами. И Машка с нами. А у них это, Степке выпускной 4 класса. Сегодня. Вот, надо было ему торт куплять, это роллы. Вот, все закупили. Сегодня они пойдут, ага. А это... А Катя роллы купил. Филадельфия Лайт. Мы зашли в новый кафешку, мы там не были. Были один раз, да, 1000 лет назад. Котик, ну, сядься куда-нибудь. Иди на сади, сиди. И, в общем, это. А там... Перебью руку, вон туда мне ее сделал. Вот эту? Нет, другую. Вот туда, да. Что еще? Все, и теперь облака. А там это... Роллы Филадельфия, только их там 5 видов. С авокадо, с огурцом, лайт, майт, сверху кремушек такой, это налитый, и рыбы красной, и рыбы красной икрой тоненькой такой, ну не настоящий, посыпан. Это самый вкусный, да, Кать, были? Я у Кати одну штучку съел, и Машка 2. Ага, вообще обалденный. Привет, приветики. Привет, приветики, ага, приветики. Костя, а Даня какой класс окончил? Ой, я даже не знаю. Наверное. Он, может, закончил школу уже? Нет. Хочу, он молодой. Молодой еще. Ну да, такой высокий, но молодой. А что это? Не знаю, ребят. Может, 8-й где-нибудь? Нет. Это полоска, что ли, появилась? 7-й, наверное, 7-й, да. Да. Здрасте, привет, приветики. Да, блин, не могу, я все тоже подойду, психую не хочу. Это полоска вылазит, сидеть неудобно. Здрасте, очень рад вас видеть. Привет, приветики. Мы к вам не уходили 2 дня, наверное, да, Катя? Бесстыдники такие. Приветик. Привет, мои хорошие, Катюша, Костя, куда помчали? Ой, читали. Костя, я Даник. Так, привет, добрый день, вы опять в пути, хорошего дня. Привет, Леночка, приветики. Мы в Курлу привезли Наташку к зубному. Я там заболел. Да. Будут лечить или выдирать, не знаю. Так, приветики, приветики. Приветики, конфетики. Здрасте, здрасте.
Да, Виолатта, приветики, дорогие, привет, грибки. Ага, доброе утро, грибочки, приветики. Поздравляю выпускную Степку, пускай только радуют родители, и вас, Костя, Катюша, привет, Красноярск. Здоровья вам огромного. Ага. Ой, выпускной еще какой, да, 4 класса. Раньше выпускной один был в 9-м, последний. Нет, последний. А сейчас что, в каждом классе у них пьянка? Во-первых, это у тебя последний 9-й, может быть. У меня 7 только было. Еще один выпускной. Кать, ты сегодня особенно красивая, Ниночка. А когда Наташка уже была, тоже был в 4-м сначала. Потом уже 9-й. Я сегодня ко дню рождения готовлюсь завтра. Ксюха, будем поздравлять, надеюсь. Ага, если в эфире будем. Но мы не забудем. А сегодня так, привет, приветики. Катюша, очень красиво сегодня Ташкент. Угу. А вам не на море просить денег? Можно и без моря. А вы здесь живите, неплохо, еда есть. Ну, живите и радуйтесь вам. Что вы пристали? Ну, это же моя жизнь. Хочу, прошу, хочу, не прошу. Чего пристали? Так, поздравляю с выпускным. Степку пускай только радуются родители. И вас, Костя, Катюш, привет, Красноярск. Здоровья вам огромное. Ага. Считайте, что это на реабилитацию, Катя, да. Вот, для себя какую-нибудь выберите цель. И все. Стыдно писать глупости, наверное. Так, доброе утро, грибочки. Доброе-доброе. Привет, 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 дорогие, привет. Здрасте, здрасте. Ага, а вам какая разница? Завидно, что ли? Не нравится, не смотрите, идти лесом отсюда. Ну зачем вот вы моими словами все говорите, Алена? Ага. Привет, дорогие грибочки, как ваше дело? Катюша, как твое здоровье? Че моя? Варька, лови кумарей. Ага. Ты что там уселся? Брызнуться забыли. Да, Вил. Блин, мы когда в огороде-то убирались, что у нас... Смотри, их сколько уже, Кать. Смотри, их сколько. Караул! Костя, это не брызгалка лежит? Где? Может быть. Пускай покусают маленько, они плохую кровь высасывают, да. Я считаю это, да. Да. Для пользы. Да вы с ума сошли, стыдно нам должно быть, Наталья. Мы все любим Костю, Катя, поможешь всем, пусть все будет у них лучше, чем у вас. Спасибочки. Нет, пускай у них тоже будет хорошо, ага. Привет, приветики. Как дела, как здоровье, всем мира и добра. Спасибо. Из Уфы приветики. Приветики. Доброе утро, хорошего дня, Костя и Катя, всем привет, из Сочи, всем здоровья, мира и добра. Спасибо. Ага, мы вчера пошли и зашли в этот, там магазин, как он называется, Настя, сласти у Насти. Там столько вкуснях, вообще караул. Ага, и это, хворост взяли, а хворост не простой, а с этим, медом все пропитано. Блин, такая вкуснятина, первый раз такой ел, да? В общем, мы его почти весь пароль там на улице чай пили, а потом девчонок парикмахерской еще угостили. Вот так они и жили. Да вот эта полоска мне мешает все время. Смотри. У вас видно, ребята, эту полоску, где СМС-ки? Мы коту зубы выдирали, потом сын сделал зуб, теперь я в очереди осколок на керамику. А у вас дорого стоматолог, у нас очень дорого. Не знаю, но если не запускать, недорого. А если запускать, если уже пульпиты, мульпиты, конечно, дорого. Я помню, себе зуб делал во Владимире еще 10 500. У меня только корень был. И я 4 раза ходил, мне только там лекарства меняли в зубе. Угу. А вот Кате мы ходим, ну, у нее чуть-чуть отколется или дырочка, мы сразу идем. То 2-3 тысячи зуб. Ага, вылечить. Надо идти его тоже. Пора, да. В общем, надо за зубами всегда следить. Тогда будет и подешевле. Я не знаю, здесь может вообще по ОМС в курлу это. Хорошего вам денечка. Привет, привет. Катюша, прическа огонь. Уже нет. Доброе утро, любимка. Какое дело, как настроение? Приветики. И банда, Ленка, Юлька, вижу вас. Всем приветики. Все хорошо. Я хотел побрызгаться маленько. Комары тут, но вот сейчас нету. Ты это открыл, как я? Да, открыл, Вилла. Улетели, что ли? Это что такое? Рифтумит. Да. Ой, детский. Ой, вкусно. Варька, угощайся. Где
Молодец, Кай. Все. Дышится. На, угощайся. Не надо. Так, привет. Я что-то уже лечила. Первую опять иду. Что, надо ставить пломбу? Ага. Зараза, это зубы такие. Я долго, помню, терпел. 7 лет, наверное, у меня болел. Это еще так, вот так цыкнешь в себя, нерв оттуда улетает. Такая боль адская. И проходит потом. Вот так и все, долго терпел. Катя, тихо. Забрызгал девку. Я сейчас тоже лечила. Так, привет, привет. Я вот еще какой-то голоток пошел, не такое. Вот еще с утра никак откажется. Подышать не подышали с утра мы сегодня. Привет, приветики. Так, как много мошек, с ума можно сойти. У нас мошек нет, а комара есть, но не так много. Ага. Мошек вообще было караул сколько, да, в огороде-то мы были. Ага. А на мосту комары были. На улице мошки, а на мосту комары. А ребята говорят, а в лесу в 3 раза больше их. Не знаю, там кто-то научно что-то сказал, когда вода сходит, вот они появляются оттуда. Привет, а вы куда собрались? Мы зубы лечим. Привет, привет. Как много у вас... Так, привет, приветики. Как ваши делишки, как здоровье у Екатерины? Екатерина? Все хорошо. Все хорошо. У нас тоже комары и мошки, как лошади. Сами летают, уже достали. Нам надо это правда. Катя спала, пришлось марлю идти доставать. Это. Сделал ей это, поставил от этой, как его называют. Я одна была спасена. Я только в это. Я на кровати там на улице лежала. Под марлей все было сделано. Мне хорошо, а вокруг все бегали, махали руками. Мы ногами, что только не делали. Пружинки или как их называют? Спиральки ставили от комарей. Ну, бесполезно. А Катя поставил дуги от теплицы, эту марлю постелила. Хорошо, долго спала, да, ты? На свежем воздухе. Да, да. Красота. Я сейчас там полок за это. Ну, у меня пока в корзине валяется в вазоне. Подожди, сначала мне покажи, я скажу, как он мне хочется. Ты что, командовал, что ли? Да. Это хорошая, рада за нее. Ага. Только за Наташке зуб пошла лечить. Да, пошла, ребят. Здоровья, всего хорошего. Спасибо. Море, ты здорово, Катя, обязательно на море. Да. Спасибочки. Мы 2 раза были. Мы первый год, ну, 2-й раз мы, конечно, там болели, шибко. Ну, не шибко. Да, конечно, не шибко. Таскала я тебя там. Ну, маленький. И температура, и ротавирус был. Ну, мы тогда 12 дней, наверное, да, были. Много, 2 недели. Да, 2-й раз тогда. Да. Первый раз 10, а 2-й раз 12, стали 2 недели вообще. Mm-hmm. На 5 денечков больше не поедем, да? Давила ты, давила. Ну, все. Так. На-на-на-на-на-на-на. На покушать. Молодец, Витёк. Да, спасибо. Глядишь, кто купит тебе шаурму. Привет, привет. Хорошие свои зубы иметь, чем не свои. Зато худенький будешь. Это, как сказать, на диете или как там. Почему наоборот, когда зубы-то сделаны, наверное? Нет, когда зубов-то нету. Бушкашку манную есть. Ага, соки пить выжатые. Так, всем приветики. Давила ты. Как мне неудобно тут сидеть, ребята. О, вот так. Все. Катя в центре внимания. Хорошо свои зубки. А мы это... Варюш, а ты рисуешь там? Чуть по нам не проехала тетя-то. Давила ты, давила. В школу все идут в белых рубашечках, что-то. Привет, Казахстан, долгих лет жизни. Ага. Спасибо. Спасибочки, взаимно. Что-то мы хотели, чай. Лариса Ивановна, здрасте. Здрасте. Что хотела? Что-то вчера хотели рассказать и забыл. Что-то мы вчера... Ой, не знаю. Расскажу. Уже забыли. Мы посадили морковку, лучок и редиску. И петрушку. Да, общими трудами.
Ваня все покосил. У нас теперь во дворе красотища, спасу нету. Сейчас еще кабачки надо посадить и эти. Кабачки и тыкву я все-таки купил. Там на задах побросаю семена, нехай они там растут, как в прошлом году. Много там их наросло. Не буду ругать-то. А кто зачем нас ругать? Я же не на школьной площадке буду сажать. На поле у них накидать семена. Да. Выйдут утром, а там кабачки наросли на детской площадке. Угу. Катюш хорошо выглядит. Катя, ты красотуля. Спасибо. Это все отсвечивает, простите, маленько. Угу. Да, вела ты. Привет, здрасте, здрасте. Привет, привет, красотули, золотульчики. Угу. А еще это. Машка приходила, мы еще мечтали в Ленинград съездить. Да. Мы тоже мечтаем. Ребят, я там карточку прикрепил. Это на море. Мне надо заработать, Катю на море свозить. Ага. Всем спасибо. Кто неравнодушный, кто откликнется. Ага. Кто будет ругаться, тоже вам, вы тоже полезные. Ага. Чтоб я не забывался тут. В общем, благотворительный пир. Костя, а Дима, сын Светы, еще не пришел с вами? Нет, он в конце июля, наверное. Нет, ну, мне кажется, в июне. В июне или в июле, не знаю. Это надо Юльку спрашивать. Ага. Ну, в общем, лето. Июнь или июль. Фиг его знает. Ага. Юльку надо спрашивать. У них там планов уже много. А, нет, ты чё? Нельзя. Привет, здрасте, здрасте, здрасте. Расскажите, куда на море поедете? Ну, не знаю, может быть, как обычно, Дивноморское. Мы уже там все знаем. А может, Геленджик? Не знаю. А может, и никуда не поедем. Да, никого знает. Ага. Куда-нибудь все равно. Или в Ленинград. Да. Дневочка на три, да? Куда-нибудь. Согласен? Да. Так, привет, приветики. Здрасте, здрасте. В каком месяце хотите поехать на море? В сентябре. Да, Кать? Ну, не знаю, как нет. Давай мы всегда ездили конец августа. Конец августа, да. По началу сентября. И все равно жаришь какая, да, корова. Ну да, а как же ты хотел? У нас сегодня это вот. Жарко на улице, а я свитер-то одел. Зимний свитер Кате надели с утра. Я говорю, Катя, там мороз вообще караул. Вышли, а уже жара такая. Ну, я с утра бегал в туалет, было холодно. Ночью было, потому что дубак у нас. Вообще дубак. Отопление неохота включать. У нас котел сломан, там надо вдвоем включать. Один на трубе кран поворачивает, второй эту газету скручивает, поджигает, туда на фитиле сует, тот кран поворачивает. Вот, если про момент про этого, то... может сделать вот так вот. Аж волосы дыбом вставают. Привет, как ваше настроение? Все хорошо, привет, дорогие. Катюш, привет, приветики. Да, Вилат. О, Вадимка. Надо билет уже покупать на море. Да, зараньше надо. У нас спецвагон же. Спецвагон, специально купешечка на двоих. Надо заказывать заранее. Да, Вилат. В том году билеты у нас стоили 7 тысяч, если не ошибаюсь. А не 12? Ну, на одного 7 тысяч и другого 14. Нет, даже поменьше, да. Поменьше. Туда 7 тысяч, а обратно по 5 вроде, по 2 500, да, 12 тысяч. Позапрошлый год дороже было. Или, может, мы так увязались на акцию какую? Может быть. Не знаю, или же они нас знают, скажут, скидочку вам, ребят. Ага. Вы где стоите? Ага. Угадаешь? И мне купите. Вообще-то мы хотим с вами, Вадим, вас хотим догнать. Он обещал там и мамку свозить. И мы-то рассчитывали, что и ты, и это мы с тобой в доле. Котел надо починить, с газом не шутит. Да не, какой чинить? Этот котел мы покупали, еще мама была жива. Мы ей новый его купили, и там этот поджиг сломался сразу. Сразу же. Ага. Все хорошо, просто аккуратно поджигать. Ничего. Я вот сколько помню, у нас всегда такие котлы были. Мне отец никогда не зажигал этот котел, потому что один раз так стрельнул, он вылетел об стену, его швыркнуло.
Всегда мамка только делала. Я помню, что это веревочками было завязано, вот эта кнопка. Привет, приветики, приветики. Добрый день, нам уже лучше в сентябре ехать. Не жарко, народ поменьше. Ну да, мы ездили 25 где-то октября по 4 сентября. А 4 у нас годовщина. Я первый раз, когда ездили, да? Нам девочки там сделали это. Как ее? Годовщина. В ресторане праздник, медведя на годовщину, там цветы, караул, вот это давай, вообще круто было. Ага. Приветики, добрый день нам, хуторочки нашим любимым. Так, привет, приветики, Великодворье. Нет, Вадим, не Великодворье. Привет, приветики. Что-то место знакомое, но не знаю где. А, вот и гадай, мы тебе не скажем. Что-то место не знаю где. Точно для Кати сентябрь самый лучший вариант. Да-да. Ну мы уже ездили, мы уже проверили. Это мы первый раз боялись, как, да что, как Катя климат перенесет, как температуры и режимы эти все. Мы поднастроились. В этом-то кондиционер спасает. А тут и в Дивноморском, пока идешь, там 10 минут до моря, везде тенечек, эти елки огромные, рынок. Да там дверями хлопают только, это от кондиционеров прохладно. На море быстренько искупался и назад. Ну, то бишь, мы 2 года ездили, замечательно. Да, Катя? А первый раз мы как приехали на море, это туда обязательно, не переодеваясь, прям на коляске в море залетели. Давай пробовать его пить. Какой ротавирус? Это, я говорю, вот это только все в голове, эти ротавирусы. Ну придумаем себе. Ой, заболеем. Нифига, да, пили море. Соленое, правда, ура. Купались, вообще клево первый было. Первый раз вообще, потому что. Первый раз, да. Ну мы устали там гулять первый раз. А какое оно большое. Там смотришь, а это... Кажется, вон там, ну, мне казалось, очень большой. Как будто туда-туда и обрыв там, да? Да, да, да. Еще на теплоход бы хотелось. Мы тогда хотели это. А к ребятам подошел, они говорят, не, на этом не получится, там маленький теплоход. Надо, говорит, большой. Проходы узкие там. Точно, для Кати. Привет, привет. Привет, грибочек, как дела, куда поехали? Мы у Зубнова Наташку лечим. Так, Курлова. Ага, Ленка тут как тут все сразу рассказала. Привет, Катюш, доброе утро. Как получилось, что ты не знаешь, где бабушка похоронена, и вы вместе жили? Ну, так-то вот вы не видите, что Катя болеет, и нет, все, и потерялась, знаю, и все. Нет, я знаю, почему, я не знаю. Знаешь? Конечно. А я сказал, что ты не знаешь. Ну, как это не знаю, как просто? Ты говорил все время, поехали, найдем. Ну, Лыбышева. Ну. Просто я конкретно саму могилу не помню, и все. Да сейчас уж там сколько разрослось все. Так ты знаешь, что на Лыбышева. Я туда в самом начале только. Я уже болела, когда бабушка умерла. Хуже стала ходить и уже ходить туда. Не могла еще это. С Кости только начали, мы еще не это. Там рядом все, и бабушка, и мама. Все знает, а я дурачок покажу. Так, понял, привет. А что вы круто? Вадим, если в ожидании Наташу ждут. Привет. Самовнушение, да-да-да. Ура, наконец-то в эфире. Ты лет не была. Привет, приветики. Ура. Привет, Настя, привет. Колу пей после моря. Никакого ротавируса. О, конечно, ага. Вчера друг приезжал тоже, мы сидели с ним до второго.